спасибо всем депутатам, кто принимал активную жизненную позицию. Бывая, вот честно сказать, на заседаниях районной думы, как депутат, ну, не Федова нет, и не Федова могут сказать, там как-то более мягко это проходит, практически нет обсуждения того или иного вопроса и так далее. У нас всегда бурно, красиво, в пределах разумного всегда мы стремились обсуждать тот или иной вопрос. Порой у нас по 2-3-4 часа шло заседание и так далее. Значит, в принципе, у нас мы заинтересованы в том, чтобы принять правильное решение. Поэтому всем спасибо и работникам администрации Железгородского поселения, потому что буквально в скором будущем администрация, функция администрации Железгородского поселения будет исполнять администрация Железгородского муниципального района. Я хотел бы пожелать, чтобы все работники администрации где-то могли продолжить свой трудовой путь. Потому что у каждого семья, у каждого дети, кто-то думает о том, чтобы хотя бы на что-то купить этот несчастный кусок хлеба. Я в этом желаю всем. Ну и следующий момент, чтобы у каждого было понятие, что же будет дальше, как и так далее. Итак, глава Жирновского городского поселения на следующей неделе, у него будет заканчиваться полномочия как главы Жирновского городского поселения согласно федерального закона 131, статья 40, это часть 3, абзац 2. Если он не выдвинулся на другой срок, или как у нас, что администрации не будет, и глава поселения избирается по-другому, а я не подал заявление, скажем, на документы на депутаты и в дальнейшем так далее, полномочия мои закончатся. Значит, как будет вступать новый глава городского поселения? 8 сентября выборы для меня в личном плане такая круглая дата. 8 сентября 1989 года мне избрали председателем исполкома городского совета депутатов трудящихся. Помните, были даже не народные депутаты, депутаты трудящихся, потом стали народные депутаты. Но вообще депутатов разогнали всех, все советы, всех уровней, ГКЧП в России и так далее. Все. Ровно 30 лет в воскресенье будет моей деятельности на посту мэра города Жирновска. Плохо-неплохо, как мог работать. Всегда стремился работать для жителей, а в первую очередь не для себя. Вот, поэтому 8 сентября состоятся выборы. Я уверен, что все 15 депутатов у нас будут избраны. В каждом округе, у нас 3 округа, у нас достаточное число депутатов. Обязательно хоть за одного кандидата, но один голос дадут, и сейчас не нужно большинство. Кто 5 набрал большинство из тех кандидатов, тот проходит в состав депутата. Я думаю, что на следующей неделе будет вторник-среда, ну, крайний срок, может, четверг, соберутся депутаты. Это, наверное, территориальная избирательная комиссия позаботится о том, чтобы собрать депутатов. Соберутся депутаты и на своем заседании, они открытым голосованием, большинством голосов, изберут председателя совета, нет, изберут главу городского поселения своего состава. Изберут главу поселения. И глава, он же будет исполнять обязанности председателя совета. Решение совета, я думаю, быстро администрация печатает, обнародуем. И после получения акта обнародования вновь избранный глава поселения вступает в должность. И в этот день мои полномочия заканчиваются. Поэтому на той неделе у нас будет другой глава Жирновского городского поселения. Я вам, ну что ж, желаю всем победить. И желаю, чтобы вы еще 5 лет трудились и трудились на благо наших горожан. Всего доброго и всем добрый путь. Спасибо за то, что вы были вместе. С Пряхиной Любовью Васильевной я познакомился как раз вот 8 сентября 89 года. Администрация у нас была Борода Лидия Федоровна, Назаренко и Тупик Ольга Витальевна. Три человека. И наша централизованная бухгалтерия во главе с Пряхиной Любовью Васильевной, которая обслуживала 3 школы, 1-я, 2-я и 3-я школа. Вся хозяйственная деятельность школ лежала на плечах администрации. И я помню, как мы моечные машины ремонтировали в 1-й школе Смотыкина, чем мы только там не ковырялись. Как 2-ю школу реконструировали. 1-я школа, 4-я школа, она как школа, как школа-интернат, она была отдельно. И было у нас 3 детских садика. Детский садик номер 1, где сейчас у нас Мухин торгует, да? Помните? Да. 2 было группы. Детский садик номер 4, звездочка. И детский садик номер 6. Кирова 2, где сейчас забиты там окна и двери и так далее. Вот такое было хозяйство. И наша администрация, потом, наверное, Антипов Саш, да, пришел? Я не помню, год 2000.
2000 год, потом Рябу Михаил Владимирович к нам пришел, 2007 год. Да, ну, приходили в начале специалисты далее. Ну, а с 1 января 2006 года здесь уже пошло, когда закон на силу вступил, 131 закон, пошло-поехало, и вперед, и все. Спасибо всем за то, что вы мне оказывали содействие в моей работе. Всего доброго.